Просыпаясь по утрам, я чувствую, что чем больше я пытаюсь помочь людям, тем больше у меня появляется недругов. И рано или поздно я обязательно столкнусь с тем, кто будет сильнее меня. Прости, что опоздал. Страшная пробка. А что, в понятие «страшная пробка» ты вкладываешь еще и гонки по вертикали? Да, да, какая ты у меня догадливая. Питер Паркер. Гарри Осборн. Посмотри на это. Оскорб следил за тобой. Почему? Хороший вопрос. Ты что-то скрываешь от меня, тетя Мэй. Я сказала тебе однажды, что за все тайны приходится платить. И за правду тоже. Меня зовут Ричард Паркер. Я понял, как Оскорб намерен использовать мои исследования. Я должен остановить их, иначе последствия будут необратимы. Что это? Будущее. Мы реально можем изменить мир. Что будет с Питером? Счастливый конец ожидает не всех. Это сильнее тебя, Питер. Я сделал выбор. Это мой путь. Скоро все в этом городе узнают, каково это — жить в моем мире. В мире, где ты бессилен. Где нет надежды. В мире без Человека-паука. Новый Человек-паук. Высокое напряжение.